Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Юрий Аксенов, и сегодня у меня на обзоре игра под названием Hungry Shark World. Перед тем, как начать свой обзор, мне хотелось бы отметить пару моментов. В настоящий момент игра находится в режиме мягкого запуска и доступна для скачивания в Новой Зеландии. А во-вторых, ее издателем стал Ubisoft, который, собственно, купил разработчика этой популярной франшизы еще в 2013 году. Поэтому, я думаю, будет вдвойне интереснее посмотреть на то, какое влияние оказал Ubisoft на данный проект. Начать свой обзор я хочу с разбора геймплея, основы которого остались неизменными, но все же в которые были внесены небольшие новшества. Нам по-прежнему предстоит играть в роли вечно голодной акулы, которая терроризирует местный залив и не дает покоя отдыхающим. Поедая морских обитателей, а также людей и птиц, акула утоляет свой голод, причем индикатор сытости здесь выступает в роли уровня жизней. Никуда не делась и способность использовать кратковременное ускорение, позволяющее стремительно атаковать своих жертв. Говоря об акулах, стоит отметить, что они делятся по размерам на 6 классов. Чтобы получить доступ к новому классу, вам предстоит выполнить определенное количество миссий, которые даются вам перед каждым заплывом. Также перед заплывом вы можете улучшить 3 характеристики акулы и сделать ее максимально сильной для своего класса. Игровой мир, так же как и в предыдущей части, открытый. Помимо знакомой нам локации, в игру добавили еще 2, которые станут доступны по мере прохождения. А также это вселяет надежду на появление в будущем новых карт. Говоря о первой карте, то стоит отметить, что все же ее расширили, но доступны новые районы будут не сразу, а по мере прохождения и улучшения вашей акулы. Хоть уровень графики, на мой взгляд, остался на том же уровне, но локации стали выглядеть, так сказать, богаче. Это произошло по причине появления большего количества объектов на переднем и заднем плане. Перерисовали и акул, теперь они стали еще более мультяшные и смешные. Если раньше делался акцент на их агрессивности, то теперь увидя акулу, хочется смеяться, а не ужасаться. Одна акула так вообще, например, похожа то ли на накуренную, то ли на умственно неполноценную. Казалось бы, зачем обкатывать игру в мягком запуске, ведь вроде бы все уже готово, но в игре и правда есть место недоработкам. Основной недоработкой я бы назвал модель поведения мобов. На мой взгляд, в предыдущей части с этим было получше. Сейчас же порой мобы ведут себя крайне неадекватно. Вместо того, чтобы спасаться, они лезут к вам в пасть. В особенности данную недоработку демонстрируют пеликаны, которые в буквальном смысле залетают к вам в рот. В остальном все в порядке, не считая мелочей, связанных с оптимизацией. Поэтому, как только разработчики разберутся со всеми своими косяками, я думаю, мы увидим данную игру в открытом доступе. Я, конечно же, ждал чего-то более совершенного в плане графики, но в общем и целом доволен продолжением. На этом я хочу завершить свой обзор. Благодарю всех, кто посмотрел данное видео, поставил лайк и оставил комментарий. Всем пока и до новых встреч!